борьбу, может, политеху одержать победу. Счетом будет достаточно 1-0. И вот первый удар по воротам в исполнении Мост Политех. Поскорее, да, здоровец. Смотри, к сожалению, уже несколько матчей. Вот это мы пока здесь. Вот это было красиво. Да, сейчас мы увидим на повторе. Еще раз инженером. Здесь Воробей с боковой. Смотрим повтор. 36 секунд. О, вот это вот, конечно, потери. Удар! Второй мяч в ворота Лагуны забивает Ирина Родькина. Вот. За... Да. Как подача Олеси Воробей снова. Ну, может, да, вот на площадке. Опасно, мяч в штрафной. Ирина Данилова получила. Вот, на чуть-чуть не вышло. Как бы в меньшинстве. Пас на... Распечатывает ворота Мосполитех. Да, все-таки произошло. Ну, что-то логичное завершение численного преимущества, как ни крути. Долго оборонялся, защищал ворота и Мосполитех, но для игры за третье место, наверное, наблюдалось и больше, и Лагуна сравнивает счет. Да, седьмой номер это делает Мария Самойлова. Что, игра с чистого листа. В Питере проходит игра на домашней арене. Опасно! Гол! Какой забитый мяч в исполнении Лагуны Уор. Посмотрим, как это было с хорошего ракурса. Вырывается вперед. Всегда мы так это поддерживаем команду и болельщиков. Опасный момент! Гол! Да. Ликуют болельщики! Вовремя это сообщение поступило. Четвертый, там с пятой попытки Ирина Родькина. Все-таки это прицел свой наладила. Мы уже отмечали, что чуть не минута 40 на то, чтобы вырвать победу. Мне казалось, что мяч... С другой стороны, смотрим, как это было с этого ракурса, чтобы видно, куда угодил мяч. Да, мяч еще угодил в ворота. С нашей позиции Дмитрием Малкиным. Награждение. Посмотрим. Будет матча.